Британская компания Concept Smokescreen утверждает, что разработанная ими система стала эффективным решением в предотвращении краж и ограблений. При ослеплении преступника клубами густого непроницаемого дыма может быть спасено абсолютно любое имущество. Это генератор Smokescreen. В случае активации он начинает вырабатывать густые клубы ослепляющего и отпугивающего дыма из этого отверстия. Мэтт Гилмартин, директор по продажам компании Smokescreen. Он советует использовать Smokescreen для мгновенной остановки проникновения преступника, в том числе вооруженного ограбления. Как это остановит вооруженного преступника? Во-первых, и что очень важно, густой туман не позволяет злоумышленнику видеть то, зачем он пришел, и дезориентирует его. Он больше не может ориентироваться в пространстве. Исследования показывают, что используя смокскрин в ситуациях, где необходима экстренная защита, и когда вооруженный преступник врывается с целью нанести реальный ущерб имуществу или здоровью, внезапное появление густого дыма буквально обезоруживает преступника и гонит его вон. Нулевая видимость для него в конечном счете означает отсутствие контроля ситуации и конец игры. Эта технология, производящая клубы термически вырабатываемого нетоксичного дыма, используется в банках и различных торговых помещениях уже на протяжении более 40 лет. Технический директор Тревор Диннингтон утверждает, что дым безопасен как для человека, так и для окружающей среды. Этот дым невероятно эффективен, особенно в сочетании со стробоскопом и невыносимым высокочастотным шумом. Охранный дым в сочетании с мощным стробоскопом и источниками белого шума может сделать окружающую обстановку настолько невыносимой, что заставит сбежать любого. Массовый расстрел в прошедшем декабре в начальной школе в Сэнди-Хук, Коннектикуте, где погибли 20 детей и 6 взрослых, возобновил острую дискуссию на тему контроля над оружием в США. Поскольку многие американские граждане не хотят сдавать имеющееся у них оружие, смокскрин стал реальной, практически осуществимой альтернативой, решением проблемы, предлагая эффективный уровень защиты в американских школах.